Анука, Анука, перестань. Анука, 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 перестань. Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Лейла ржет надо мной. Короче, мы сегодня опять в парке. Погода вроде бы как бы хорошая, но... Фокусируйся. Но ветер какой-то жуткий, поэтому я найду закуток, присяду под куст для того, чтобы сегодня вам рассказать о моем малыше, так как сегодня знаменательный день и моему Рэму ровно 5 месяцев. И сегодня я буду рассказывать вам о развитии моего малыша как раз-таки к этой дате. Влог снимается, нет. Арсик у нас. Да, конечно, с тобой. Вот это хирурги. Наши хирурги, в общем. Полчаса назад один въехал в другого, и они оба оказались на земле. Летело кофе, летели доски. Олег получил травму. Арсик, ну что-то тоже там отбил себе, сказал, болит рука. Дурак. Вот так вот. Ну что ж, нашла я тихое местечко. Здесь в парке проходит очень-очень красивый каналчик. Ветер вроде бы сильный, но, надеюсь, он не помешает мне записать этот видеоролик, и меня будет слышно. Так вот, сегодня 14 число, и ровно 5 месяцев назад родился мой замечательный малыш. Ах, не знаю, наверное, по своему внутреннему какому-то состоянию могу сказать, что именно эта дата, как раз-таки 5 месяцев, для меня самая-самая какая-то радостная. Чувствую я себя лучше всего именно в эту дату, наверное, просто потому, что мой малыш растет, потому что он развивается, и как-то я с легкостью отпускаю его период новорожденного. У меня нет какой-то большой такой ностальгии, но, может быть, если только когда я убирала в пакетике его первую одежку самого маленького размера, тогда, конечно же, было, ну, не знаю, даже не грустно, может быть, немного эмоционально, потому что я понимала, что вот эту одежку уже на него не одену никогда. Именно эта дата, 5 месяцев, она для меня какая-то, ну, не знаю, особенно радостная, потому что я вижу наиболее, скажем, большой такой список проявлений развития моего малыша именно вот в это время. И, конечно же, все эти пункты я записала. Значит, в 5 месяцев мы смеемся. Причем смеемся очень-очень выборочно. Не могу сказать, что мой малыш прям хохочет в голос, но особенно он смеется тогда, когда его пытается рассмешить, кстати, папа, не мама. Не знаю, то ли я какая-то для него, может быть, серьезная кормящая женщина, но вот именно когда папа, не знаю, дует ему в подмышечки, в животе, когда папа его там теребит, когда папа легонечко дует в личико, малыш просто хохочет и смеется. И как раз-таки вот именно в эти моменты его смех, он самый-самый звонкий. У меня не получается пока его рассмешить так, как это делает Арсен, но надеюсь, что в будущем я его в этом смысле догоню. Также мой малыш начал уже переворачиваться. Сильно неохотно он это делает и как-то на большом чиле, но ближе уже к 5 месяцам, по-моему, недельки 2 назад, он начал переворачиваться. Он порывается сесть, он уже сам себя пытается поднять, он красиво уже держит голову, красиво держится на руках, достает игрушки и, в общем, все-все это делает, но на таком серьезном чиле, то есть он не торопится, да и мы на самом деле его не торопим. Я не считаю, что ребенок должен как-то сильно соответствовать каким-то, не знаю, там нормам, таблицам и так далее. Единственное, зачем я слежу более жестко, это, наверное, питание. То есть там я уже смотрю таблицы набора веса и так далее, и так далее. Но что касается физического развития и всех умелок, это для нас такой очень спокойный процесс. Касательно сна, что у нас поменялось в этом пункте? Теперь мой малыш
же бодрствует 2 часа. Иногда даже 2 часа с хвостиком. То есть 1,5 часа он может бодрствовать, наверное, только лишь с утра. Когда он такой сильно сонный, сильно такой еще неактивный и готов отправиться на свой первый сон достаточно быстро. Но все остальное время, 2 часа минимум, он у нас бодрствует. Так же, как я рассказывала в предыдущем своем видеоролике, он спит без пеленки. Нам на помощь приходят только спальные мешочки, и то для того, чтобы малыш был в комфорте и в тепле. Но пеленка нам уже, в принципе, не нужна. Нас посетил регресс сна. Об этом я запишу отдельный видеоролик, но сразу скажу, что регресс сна мы пережили очень и очень хорошо, и на самом деле, наверное, сильно легко. Я сама не верила своему счастью, до сих пор, на самом деле, не верю этому счастью, но наш регресс сна длился ровно 3 ночи, и то не 3 ночи подряд, они были через ночь. Регресс сна нас успешно посетил и успешно ушел из нашей жизни, и этому я несказанно рада. Ранние часы он спит абсолютно спокойно. То есть у нас закончились наши рефлексы новорожденного, у нас закончились все швыряния ног, дрыгания по утрам, движение животика, не знаю, дискомфорт, который он испытывал, из-за которого он сам себя будил, это все у нас прошло, и сейчас, в принципе, нет никакой разницы, как он спит в начале ночи, в конце, утром, это абсолютно не важно. Несколько ночей он просыпался всего лишь один раз на ночное кормление. И я уже подумала, боже мой, хоть в этом вопросе мне не придется его обучать, но коротко было мое счастье, потому что вот буквально пару последних ночей он опять просыпается 2 раза. Первый раз он, наверное, просыпается у меня где-то приблизительно в 2 часа, но это как обычно, учитывая то, что я укладываю его спать в 6-6:30. То есть свои 7-8 часов он без перерыва спокойненько спит. И, собственно, потом он просыпается второй раз в часов, наверное, в 5-6. И я, кстати, умудрилась его в 6 часов уложить обратно спать. И мой малыш уже спит там, ну, до часов 7-8, если повезет. Каким образом у нас это происходит? То есть он просыпается в 5-6, если он там шуршит, разговаривает, там, не знаю, теребит свою игрушку, я немножечко еще полежу, послушаю, может быть, он уснет. Если не засыпает, то я, конечно же, встаю, готовлю ему бутылочку и возвращаюсь для того, чтобы его покормить. И спокойненько его обратно укладываю в кроватку, рассказываем о том, что все еще ночь. Помогает, кстати, в этом осеннее время и то, что сейчас 5-6 часов утра еще достаточно темно. Поэтому малышу вроде бы кажется, что еще ночь, несмотря на то, что его биоритмы говорят о том, что нужно просыпаться. И, в общем, я выключаю наш светильничек, укладываю его обратно в кроватку, целую его, даю ему его игрушечку и все. Малышоныш там сам собой еще полчасика, наверное, повозюкается, поболтает, поиграет и что-то там поделает, и все, и засыпает. И мама, довольно счастлива, еще свои полчаса, 40 минут еще может подремать. Конечно, заснуть не всегда у меня получается, потому что я уже проснулась, уже, в общем, готова к его бодрствованию и уже вся на острее слежу за тем, как он там себя ведет и как он себя чувствует. Но, тем не менее, все равно какой-то отдых мы оба еще получаем. А в те дни, когда мне сильно везет, когда Арсу не нужно рано отправляться на работу, я беру монитор, беру телефон, готовлю следующую бутылочку, вручаю это все Арсу, чтобы он следил за Рэмом, и я могла уже немножечко поспать. Кстати, как это произошло и сегодня утром. Сегодня утром Рэм с папой приготовили также для меня торжественный завтрак. И самое еще такое интересное и забавное, что касается ночных кормлений, Рэм начал держать бутылку. Как я это вообще в принципе обнаружила и как мы до этого дошли? В общем, когда я его поднимаю уже в часов в 5-6 для его следующего кормления, я, как правило, меняю его подгузник. И в это время он сильно нетерпеливый, то есть он очень-очень хочет быстрее получить свою еду, и мне всем своим видом показывает, что ждать он замены подгузника не будет, начинает ныть, начинает хныкать, плакать, и все, что мне остается, это быстро взять бутылку, вставить ее в рот, малыш тут же ручками ее хватает, и пока я меняю подгузник, он прекрасным образом эту бутылочку свою ест. Иногда бывает и такое, что я не успеваю поменять подгузник, как он уже бутылку добил, и я уже смотрю на него и думаю, ну, товарищ, а что мне с тобой сейчас делать? Ты вроде бы как бы и не уснул после кормления, и что же нам с тобой теперь делать? Подержу его столбиком, походим и по комнатке, поболтаем, посмеемся, и я его укладываю уже обратно в кроватку. Вот, в течение дня он также держит эту бутылочку, я потихонечку ее ему даю все больше и больше, чтобы мой малыш тренировался и держал свою бутылку. Кстати,
Если говорить о бутылках, я также запишу обзор трех бутылочек, которыми мы пользовались, и расскажу о той лучшей бутылке, которую ему наиболее всего комфортно держать, и из которой он сейчас у меня ест. И, кстати, мы перешли на сосочку медиум, то есть она уже с двумя дырочками. Если до этого он ел из сосочки с одной дырочкой, он с двумя как-то ему было тяжеловато, он захлебывался, то сейчас уже мы на постоянной основе едим из сосочки с двумя дырочками. И также есть одно изменение в нашем вечернем ритуале. Растет мой малыш, и именно по этой причине мы продали нашу качель Mama.ru. То есть у нас больше качели нет. Ему в ней стало сильно неинтересно, он уже нетерпеливо в ней сидит, даже перед сном, вроде бы как бы привычно его время, когда он такой сонный, спокойный, наблюдает, как мама готовит кроватку, то сейчас ему это уже не нужно, ему это неинтересно, и я поняла, что в качель Mama.ru я уже его помещать не буду. И вот первым делом мы продали нашу качель, она отправилась к малышу новорожденному, который, ровно как и Рэм, свои первые дни кричит сильно и никак не успокаивается. И вот мамочка в большой-большой надежде, что у нее получится утихомирить малыша, она у нас купила нашу качель. Что же мы делаем сейчас? Если помните, самый-самый мой первый видеоролик с покупками, я показывала вам прекрасную черепаху компании CloudBee. И эта черепаха с безумно красивой проекцией на весь потолок, всю комнату. Она такая морская, в общем, голубая, переливающаяся история. Так вот, пыталась несколько раз ему эту черепашку показывать, и был малыш мой слишком маленький для того, чтобы ее воспринимать. И эта черепаха как-то у нас лежала на полочке, и радовалась ей только я. Так вот, сейчас, когда мы продали нашу качель Mama.ru, я достала нашу черепаху, и мы с Рэмом сейчас перед сном оба ложимся на кровать в обнимочку. Вот так вот рученьки мы свои держим друг дружку, целуем, поворачивает он свою головушку, смотрит на меня, улыбается, и также мы разглядываем потолок, который переливается синими огоньками. Не знаю, как-то очень эмоционально и трогательно для нас стало вот это именно вечернее время, когда мой малыш уже стал более взрослым и более таким осознанным, и когда мы можем с ним вдвоем, в общем-то, общаться, лежать, держать друг друга за ручки, как я уже говорила, слушать спокойные колыбельные, слушать шум океана и вот постепенно погружаться в сон. И также, если говорить про ритуалы перед сном, мой малыш стал более уверенным в ванне, то есть ему очень-очень нравится купаться, мы приобрели большое количество разных игрушек, он уже ногами теребит, в общем-то, по этой водичке. Также я несколько раз его купала с его кругом вокруг шейки. Ему безумно нравится, он плавает, и мы с девчонками также сейчас уже обсуждаем возможность похода в бассейн, где обучают малышей водной гимнастике, нырянию и, в общем, чему-то там еще. Вполне возможно, очень скоро мы отправимся как раз-таки в бассейн. Мы готовимся к зубам. Он слюнявится, грызет все подряд, то есть все, что попадает ему на глаза, все тут же отправляется в рот. Мы купили большое количество прорезывателей для зубов, которые также он с большим удовольствием грызет. Пока, кстати, не отправляю в холодильник или в морозилку, пока в этом нет никакой необходимости, но как только буду чувствовать, что десна наши уже краснеют и малышу сильно некомфортно, то, конечно же, буду задумываться, во-первых, о том, чтобы охлаждать наши прорезыватели, и также о препаратах, таких как гели специальные на десна, которые можно использовать для того, чтобы малышу облегчить весь этот процесс, ему было более комфортно. Вот, из списка моего, наверное, это все, о чем сегодня могу вам рассказать. Пишите в комментариях, как ваши малыши развиваются и какие у них умелки проявляются к 5 месяцам их возраста. Ну а с моей стороны, на сегодня это все. Желаю всем доброго дня и увидимся в моем следующем видеоролике. Все, пока!